Привет, моя банда котиков, с вами я, Женяша Кряклс. Дженни! Дженни Кряклс! В Adopt Me появилось тысячи мошенников и обманщиков. Их так много, что пострадали даже мои кисули. Столько жалоб под комментариями я не видела, и сегодня я хочу провести эксперимент и показать вам, как эти мошенники нас обманывают. Я сегодня сделаю проверку и пойду на сервера искать мошенников и покажу вам, как они это делают, чтобы вы были в курсе и не попадались на их уловки. А предупрежден, значит вооружен. Гоу, погнали! А перед началом эксперимента я попрошу тебя подписаться на мой канал, и если ты еще не подписан, я буду очень счастлива, если ты это сделаешь прямо сейчас. Нажми на красную кнопочку, она станет серенькой. И ребята, если вам такие темы нравятся про Adopt Me, то обязательно жмите лайк и колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Я буду вам стараться рассказывать про Adopt Me, разные фишки, разные баги и тому подобное. В общем, хочешь много знать про Adopt Me, подписывайся на мой канал, гоу, а мы пошли искать мошенников и обманщиков. В общем, ребята, смотрите, я пришла на сервер, и тут просто сразу продаю Лего Фроста. Продаю Лего Фроста за 1000 баксов, пиши я. Ребят, я вам хочу сказать, что это точно 100% обман. Я просто здесь стою и хочу купить. Сразу вам скажу, ребята, легендарный Фрост, он очень дорогой, он стоил 1000 робуксов, когда было обновление, когда этот питомец продавался. Он говорит, продаю Лего Фроста за 1000 баксов, пиши я. Я хочу купить этого питомца. Ребят, я специально для вас прямо сейчас покажу вам, как обманут на Фростов в игре. Я хочу купить. Окей, ребята, он согласился. Окей, я согласна. Прямо сейчас попробую купить этого Фроста за 1000 баксов. Ребят, сразу вам скажу, что Фрост за 1000 баксов никогда не купишь. Это сразу обман. Я хочу вам показать, как это бывает, чтобы вы понимали. Где его дом? О, ребята, вот его дом. Заходим. Заходим в его дом. И сейчас я буду покупать за 1000 баксов в игре дракона. А, давайте, ребят, мы сейчас спросим у него для начала. Он говорит, плати 1000, и я, видимо, дам, да? О, окей, окей. А ты меня не обманешь? Как бы я уже знаю, что это обман. Потому что, ну, не может быть такого, так что просто легко человек может за 1000 баксов продать просто. Он говорит, нет, давай тогда сначала ты. Я не обману. Нет, ты первая. Хочешь 900? Точно, я готова оплатить. Он меня немножко, конечно, настораживает. У него домик обычный. Но я хочу вам показать, чтобы вы не верили в таким обманщика в игре. Плати, говорит. Окей. Начинаем, ребят, 100 баксов, 200, ну, вернее, я знаю, что это обман, ребят, я знаю, что обман, но просто я хочу сейчас проверить, посмотреть на реакцию, как, что он сделает, потому что это, ну, невозможно купить просто за 1000 баксов, это, ну, это неправда, я бы его купила, по-настоящему бы разменяла бы, ну, на 15 тысяч баксов, на 20 тысяч баксов игровых, но если не за робоксов, тут просто, просто обманщик сидит прямо на сервере и просто обманывает, кинула 1000 баксов, я ему сейчас говорю, все, все, давай. Я просто жду, ребят, момент истины. Сейчас мы узнаем. Мне сказали 1000 мало, давай еще 1000. И точно дам. Офигеть. Он меня обманывать начинает. А как? Добавь друзья. Я согласна. Добавь друзья. О, ребята, он сам мне предлагает. Окей. Все, я его добавила в друзья. И я сейчас вернусь и перекину ему еще 1000 баксов. Я выхожу из игры. Я зашла снова на сервер, он теперь у меня в друзьях, я сейчас к нему телепортируюсь сразу, буду просить у него моего дракона, который он сказал, что мне отдаст. Я сейчас зашла специально заново на сервер, чтобы передать ему еще 1000 баксов. Делаю это для вас, чтобы вы понимали, что это все обман. Я снова могу кинуть 1000 баксов, и он говорит, давай. Мне просто уже жалко баксов. Он говорит, еще 1000 баксов. То не ведитесь, просто так легко дракона продать за 1000 баксов, да, теперь уже за 2000 баксов. Очень часто обманывают мошенники. Вот такие мошенники в играх. Так, мне сейчас надо в школу. Потом приду и дам. Что? Ребята, обалдеть! Ты чё? Отдавай. Потом приду, потом и дам. Нет, я не согласна. Нет, сейчас. Обалдеть, ребята, я ему баксы перекинула. 2000 баксов. Обалдеть. Нет, давай сейчас. Ты обманщик. Давай завтра дам. Ок, нет, нет. Нет, ребят,
Нет! Вот, ребята! А-а-а! Просто капец! Он ушел из сервера, меня кинул! Ребята, я перевела сейчас только что 2000 баксов, и меня просто разыграл какой-то ростик. Нету больше 2000 баксов, и нету просто дракона. Меня просто сейчас мальчик обманул. Что будет после этого? Вот такое у тебя будет состояние. Пацаны, девчонки, не ведитесь на этих ребят. Просто они мошенники. В Adopt.me их очень много. Я вас просто уже предупреждаю, объясняю. Это все обманы. Он обманул. Он не вернется. Он ни завтра не даст мне никакого питомца. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Этот мошенник просто взял, получил 2000 баксов и скрылся. Я даже почему-то уверена, что меня просто даже в друзьях у него не будет. Ребята, как я вам и говорила, вы видели, что я его добавила в друзья, а теперь я сейчас смотрю, и нет у меня его в друзьях. Вот так он просто взял 2000 баксов, не отдал мне дракона и просто удалился из друзей, чтобы я его не нашла. Но, ребята, этого обманщика мы знаем в лицо. Вот такое состояние начинается, когда тебя обманули и ты в шоке. Просто не ведитесь за легендарного питомца, тем более просто или шадоу дракона, за 1000 баксов или за 2000 баксов. Ну никак тебе никто не продаст такого питомца. Это обманщики. Вот так происходит. Они уходят с серверов, удаляют из друзей. Все легко и просто, так тебя легко обманули в Adopt.me. Продам пета. О, ребят, короче, смотрите, вот тут девочка пишет: продам пета, пиши я. Не знаю, как это, талия это мошенница, но пока она продает питомца. Я. Мы вот стоим тут на сервере, мы хотим питомца купить. Сейчас смотрим, что будет. Окей, идемте все. Она, короче, сейчас нас зовет к себе. Кого она будет продавать? Продаст ли кого или нет? Она нас ведет. Мы все хотим купить питомца. Вот еще девочка, вот Мася. И вот мы к этой Арине идем. Сейчас будем смотреть, как она нас... Она прямо рядом со мной живет, ничего себе. Так, заходим. Мы зашли к ней домой, и она что, продает питомцев? Что ты тут продаешь? Короче, сейчас узнаем. 200. Что продаешь? Ты кого продаешь? Кого она продает? Она тут сидит с кассы, прям 200. Короче, узнаем, кого она нам даст. Смотрим на нее. Что? Черепашка? Черепаху продает? Легендарку? Ребят, за 200 баксов легендарку. Ты что, серьезно, что ли? Ребят, она, походу, черепаху хочет продать. Как бы, ребят, легендарный питомец за 200 баксов? Не, я не верю. Шо? Не верю. Чур, она первая. Окей, не плати. Еще раз спрашиваем. Реально можно бы купить, ребят? Я вам хочу сказать, что это обман. Давай, я говорю, окей. Она говорит, окей, я. Ребят, она, короче, первая хочет купить черепаху. Она верит. Окей, ну... Она, походу, оплатила ей 200 баксов. Ребята, смотрите, обалдеть. Мне кажется, это обман. Ребят, это 100% обман. И ты плати 200. А ты дашь? Если я буду платить 200 баксов. Ребят, короче, эта Мася оплатила. Вот как я поняла. А она теперь просит, чтобы я оплатила. Только я не знаю. О, ребята, я смотрю в чате. Тут девочка пишет, продаю за 1000 монет просто fly и ride. Вы поняли? Вы поняли, ребята? Вот, девочка 200 баксов перевела. Она закрыла двери. Я еще не оплатила. Обалдеть, она обманула? Смотрите, ребята, она закрыла двери. Она получила 200 баксов. Показала черепашку. Да, бедная, капец. Вот просто первый, просто на обычном питомце, на легендарном питомце она нас обманула. Вот так просто можно за 200 баксов обмануть, и не стыдно ей. Она говорит, дашь пэта. Ей, ее даже жалко, эту девчонку. Я сейчас ей подарю какого-нибудь питомца. А, ну давайте я ей подарю олененка. Держи, олененка, это тебе. А я снова пришла проверять мошенников. И сейчас смотрю в чате. Тут написано кому new on fly pet. Цена 1000. Просто деньги нужны. Она говорит, пошли. Кого продаешь? Сейчас мы у нее узнаем. Мы сейчас за ней пойдем. Хуже. Она не он. Fly pet продает за 1000. И говорит, что деньги нужны. Окей, идем смотреть. Мы пришли к девочке, которая сейчас будет продавать. О, ребята, фейк мой, цена 1000. Покажи, кого продаешь. Покажи, кого продаешь. Я согласна купить, если это будет не он питомец. Покажи пэта, тоже девочка, летающего. Ребят, со мной фейк Женяша тоже хочет питомца и тоже, видимо, готова купить. Это не он. А, нет, она летающую лисичку продаст. Ты не обманешь?
Ребят, мы сейчас проверяем. Она хочет продать флай питомца, и мы сейчас у нее узнаем, не обманет ли она нас. За 1000 баксов флай питомца. Ребят, наверное, каждый поведется на такую сомнительную покупку. Вернее, они будут думать: вау, флай питомец за 1000 баксов. Она говорит: плати, окей, давай. Я ей говорю: может, сначала трейд, как бы, ну, нам нужно понять, не обманет ли она нас. Я ей говорю: давай сначала ты, потому что, как бы, я боюсь, меня же она обманет, скорее всего. Она говорит: ок. Я кидаю трейд. Неужели она согласится? Прими трейд. Она ждет, когда я закину ей бакса. И я оплачу. Так, ребят, кидаем ей снова трейд. Все, ребята, она закрыла дверь. Флай питомцев, легендарных питомцев за 1000 баксов. Ну, нереально продать, ребят. Это просто обманщики, которые просто хотят вас обмануть и получить баксы в игре. Вот и все. А теперь я вам расскажу, как не быть обманутыми. И если у вас какая-то крупная сделка, и вы сомневаетесь в продавце или покупателе, и ваша интуиция подсказывает, что вы можете быть обманутыми, то воспользуйтесь middleman. Что такое middleman? Если коротко, это третий человек, который доверяют оба, и он присутствует в сделке. Этот способ очень сильно распространен в крупных трейдах на американских и международных сделках. Вот смотрите, вы, к примеру, продаете единорога. Ну, к примеру, там, за 300 робоксов или за 10 тысяч баксов. Ну, так, к примеру, это просто условный пример. В общем, вы его продаете и передаете его мидлмену, человеку, которому вы доверяете оба. Этот мидлмен говорит, что принял питомца, и тогда покупатель переводит продавцу сумму, оговоренную заранее, то есть робоксы или баксы. В общем, они передают друг другу, и после, когда продавец подтверждает, что он уже получил сумму, тогда мидлмен, убедившись в сделке, передает покупателю единорога. Ну или какой-то другой трейд, который вы захотите совершить в сделке. В общем, вот так все легко можно сделать. Мидлменом может быть любой человек, которому вы доверяете, или на дискорд-сервере, или какого-нибудь там администратора, который может даже известный человек и согласится вам помочь. Ребята, надеюсь, это видео будет для вас полезным, и вы не будете больше вестись на такие обманы. Ну и, конечно же, ребята, если вам понравилось видео, то нажмите лайкосик и напишите в комментариях, обманули ли вас, и как вообще бороться с такими ребятами, которые обманывают, и как себя обезопасить. Пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну а с вами была Женяша, всем пока, до новых встреч. Хотите продолжение этой темы? Гоу, 15 тысяч лайков, и я проведу новые обманы, расскажу, как вас могут обмануть. Всем пока! С вами была Женяша. Пока-пока-пока! Ребята, а также я хочу вас попросить, поделитесь этим видео с друзьями. Пусть намного больше узнают ребят, что их могут обмануть вот таким способом. Поделитесь, помогите друзьям, чтобы они не были обманутыми. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.